сложным разновать. Если вы работаете шилом, с какой стороны корябаетесь? Потому что не со всех сторон это удобно делать. С одной стороны будет проскальзывать. Съемка. Когда я делаю проворот, я стараюсь ногу, да, ставить сразу на носок, потому что если я буду на пятку ставить, то я просто завалюсь назад. Получается такое, как вот, как заполнение, вот этот цвет. Он как бы не рисунок. Вот тот контровой, да, вот тот контровой, вот если вот сейчас вот это убрать, смотри, вот видишь, он проходит на нее хорошо и на ту девочку, как контровой.